привет! С вами рубрика «Готовим с Фишрак». Когда я выбирала блюдо для следующего рецепта, я задумалась, все мы любим пиццу, так почему бы нам ее не приготовить вместе с морепродуктами от Фишрак? Тем более у нас такой большой ассортимент. Час нам понадобилось для того, чтобы тесто поднялось, и теперь мы будем его раскатывать. Для того, чтобы тесто не сильно поднималось в центре, нужно его проколоть вилкой, но не трогайте бортики. Перекладываем тесто на противень, смазанную предварительно растительным маслом. В качестве начинки на нашей пицце я решила использовать морской коктейль и уже очищенные креветки от Фишрак. Приготовленный соус выкладываем в центр пиццы. Сверху соуса мы посыпаем тертый сыр. Далее выкладываем морской коктейль. Сверху выкладываем наши креветки. Я уже сняла хвостик, чтобы удобно было и кушать. И уже сверху кладем шарики моцареллы. А чтобы бортики получились красивые, можно смазать их немножко желтком. Сверху я решила украсить листьями рукколы. Нашу пиццу осталось порезать, и можно кушать. Приятного аппетита!